Как отгадать секрет железных яиц? Я рекомендую, если у вас мальчик, то приобретать кошку и собаку женского пола. А если у вас девочка, значит мужского, то есть противоположное. Чтобы не было такого, что ваш сынок целует кота Ваську. То есть это уже как бы голубизной попахивает. То есть вот на это обратите внимание, пожалуйста. Вот представьте себе директор зоопарка, у которого животные не размножаются в зоопарке. Вот это плохой директор зоопарка. Вот. То есть его нужно увольнять. Вот видите? Видите? Проколы от иглы. Вот в эти проколы большой клоп не пролезет, а маленький клоп запросто пролезет. Берем обычный силикон, немножечко вмазываем. И вот через вот этот шов уже ни один клоп уже не пролезет. И ни из матраса, ни в матрас. И бедных, несчастных клопов закрываем там, и они там сидят. Умирают в углу. Все клопы там внутри сдохнут, в этом матрасе. Не надо выбрасывать матрасы из-за клопов. У нас там есть какие-то там певцы, да, там Пугачева там. И они, значит, пели, все, мы наслаждались их пением. Потом, значит, они уходят со сцены и слушаем уже их детей. Это ошибка, потому что у них уже, у их детей, уже не будет такие голоса. Мы будем слушать хреновые голоса. Значит, смотрите, первая корова пьет из речки, потом она писает, и вторая корова пьет уже не из речки, а писи первой коровы. Потом все, что выходит из этой коровы, пьет еще корова и так далее. Должны все коровы пить свежую воду, а не то, что осталось после той коровы. Испытание. Кладем измазанное. Измазанное стекло. Открываем кран. Регулируем. Вот здесь вот сбоку регулируем, куда мы льем. Помогаем рукой. Выключаем кран. Вытираем идеально чистое стекло. И все. В 1917 году буржуев не грабили, а не так, что бедные прибежали и все ограбили и себе все унесли. Нет. Сейчас покажу. Вы ложитесь на воду, вот так вытянете. И ни в коем случае вот так не делайте. Если вы бедра, таз, вот так вот делаете, все, вы утонете. То есть вы выгинаете вот так, можете даже ногу вот так схватить, вот так вот ноги схватить. И самое главное, вы должны погрузить в воду свой лоб, чтобы лоб был в воде. Если при таком упражнении у вас макушка торчит над водой, значит, вы легче воды. В общем, можно в таком положении спать. Значит, самое главное выгинаться и лоб, чтобы был в воде подбросить. Потому что вот если вы вот так вот будете держать, вот так стараться, все, вы утонете. То есть вот так голову никогда не держите. Вот так. Все. Я вам расскажу одну вещь, которую никто из вас или почти никто не делает. Эта вещь – это очень нужная дырочка, которую должен каждый просверлить. Мы все сверлим дырочки у себя дома, но эту дырочку сверлят не все и не каждый. Хотя она очень важная. Спасибо за внимание. Вот такое приспособление. Можно его опускать в воду и через вот это вот стеклянное дно смотреть. Вот так надеть. И опустившись под воду, смотреть, как настоящий водолаз. Как опустить
глаз в стакан и поморгать. Все. Повысить пенсионный возраст можно, понизив продолжительность жизни. И тогда будет все окей. Самое главное, чтобы вот эта вот вся крышка снималась. Поэтому выбирайте всегда крышки, которые вот так вот надеваются и снимаются. Теперь я вот эту вот крышку просто положу в ванну. Она у меня хорошо отмокнет, отмоется. И тогда будет все окей. Затычки для носа. Вот так они выглядят. Вот таким образом вставляются. И еще их особенность то, что через них можно дышать. И это ноздри, и это ноздри. А потому что в них есть такая дырочка. Просто вот элементы для носа. Просто обычная, слабенькая ХБшная веревочка. Никакой там прочности, какого-то капрона тонкого такого быть не должно. У идущего человека нога, движущаяся вперед, вот, она идет за счет того, что опорная нога стоит на месте, как бы толкает ее. Или одна рука движется вперед, только потому что другая рука движется назад. Это они в одном организме. Спецназовец залез на стену. А почему он залез? Потому что его подтолкнул другой спецназовец. Вот здесь вот подушка под таз. И понадобится еще два таких вот из трикотажа кольца. Вы ложитесь, надеваете эти кольца на ноги. Вот. Потом надеваете эти кольца на штырьки, на концы. Вот. Я кладу подушки. Вот. И все. В этом положении мы можем смотреть телевизор, можем читать книгу, можем разговаривать по телефону. Вот, то есть очень комфортно. Все. Чтобы ноги не скользили, не потели, вырезать из картонки обычную стельку. Получается вот такой вот эффект. И очень удобный. Потом просто выбрасывать и все. Ученики сидят на уроке. Им учитель объясняет что-то, и они думают, там, как решить задачу или контрольную, или слушают учителя. Вдруг посередине урока в класс вбегает клоун с собачками, там, фокусы какие-то, жонглирования начинаются. Значит, он побегал там минуту или две, все посмеялись и убежал. Так, у меня сломалась педаль вот таким вот образом. Значит, на самой педали вот здесь вот резьба сохранилась, а вот на вот этой штуке резьба, ну, совсем, получается, завальцевалась. И я не мог крутить педаль сюда. Туда вот вставил, замотал изолентой, и она уже никуда не двигается, ни вправо, ни влево. Получается, я обошелся без резьбы. Она держится очень крепко. Вот вариант решения педальной проблемы. Нападают на других, но между собой живут очень даже дружно. Но стоило мне дать им немножко меньше мяса, чем полагается, и произошло жуткие вещи произошли. Заснял я их вчера,
Сейчас я вам покажу, что было. Жуткие вещи произошли. Что надо в жизни бояться? Бойтесь только реальных опасностей, то есть тех, которые случались с вашими знакомыми и родственниками. К примеру, если вы полезли на дерево, то бойтесь упасть с него. Вот и все. Был у меня вот такой свитер. Из полочки я сделал шапку. Вот такой шарф сделал. Из рукавов. Вот здесь вот был верх, а там манжет. Шапка двойная. Вот так швы сделан, лист-накрест. Утюжил. Здесь пришел рыбак от этого же свитера. Вот такой комплект получился. Очень хороший комплект. А вот такие чудные вещи делайте своим мужьям. Вот, кстати, они. Понадобилось на них пошить всего 2 часа старые ненужные кофты. Возьмем тягучий и приятный на ощупь трикотаж. Обхват тестикул равен 14, у меня 7 сантиметров. Место для тестикул кроим без учета полового члена, потому что он меняет свои размеры несколько раз в сутки и рассчитать выточку под него невозможно. Поэтому мы просто откладываем вверх его максимально возможный размер и все. У меня получилось 11 сантиметров. Очень комфортно, полностью исключен межкожный контакт, поэтому ничто не потеет, не трется при ходьбе и различных движениях. Еще одна шапочка будет.